кстати говоря, чемпион России 96-го, если я не ошибаюсь, 97-го года. А вот сейчас неплохой удар как раз. Так, Пиу в атаке правым флангом. Навес. И... прекрасный. Это великолепно. Просто замечательно. Вот здесь вот точно пока. Ну! Нет. Вот сейчас прекрасно сыграл у нас. Ох, какой прекрасный пас! А вот сейчас смотрим. И вот как раз Барашков прекрасно играет. Ну что ж, а у нас, кстати говоря, тем временем... Ох, какая ошибка может быть! Пиу перехватывает мяч прямо рядом со штрафной МПГУ. Ну и что? И все-таки сам решает пробить, но мяч отскакивает к Иванову. А здесь уже ложит... Нет! Да! Все-таки да! Отскакивает мяч к Погосяну. Вот здесь вот как раз Евгений Иванов пробивает. Нет, там не было игры рукой. И вот здесь защитники. Погосян подхватывает мяч. Завертелся не на шутку. А вот сейчас может быть ошибка. Ох, какая прекрасная передача на левый фланг. Пас в центр, 3-1. Вот, да нет, какой в центре поля. Здесь ошиблись прямо перед своей штрафной. Прекрасно разыграли, быстро пас в центр, ну и там уже. Вот, опять Евгений Иванов. Пас на партнера и... Отлично играет. Команды, все, Марат Тупиков или Тупиков, все, Максим, прошу прощения, дает финальный свисток, 3-1.